мы продолжаем нашу телевизионную экскурсию в Кремль. Музей, кабинет и квартира Владимира Ильича Ленина. Ребята, мы с вами изучаем произведения Ленина, воспоминания о нем. И мы, конечно, с большим интересом смотрим те немногие кинокадры, которые запечатлели для нас живого Ленина. Глядитесь в лицо Владимира Ильича. Как Ленин смотрит парад. Он создал эту армию. Он знает, что она победит. А это закладка памятника освобожденному труду. 1 мая 20 года. Вот сейчас Ленин увидит, что его снимают. Это единственные кадры на оператора. То есть это улыбка для нас с вами, для потомков. Если склеить все кинокадры, которые сохранились, то получится 30 минут. Всего 30 минут из великой жизни Ленина. Но какое счастье, что они есть. Посмотрите, как Ленин беседует. Вот, мне очень нравится. Вот, посмотрите, как он слушает. Как Ленин говорит, все утверждают, что с Лениным было легко общаться. Еще бы, он так доброжелателен, он идет навстречу своему собеседнику. И недаром эти беседы оставляли в сердцах людей неизгладимые впечатления навсегда, на всю жизнь. Друг Ленина, его соратник Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич однажды написал, пройдут годы, и жизнь Ленина мы будем изучать не просто по годам, мы будем изучать по дням, по часам, по минутам. И каждое движение его души будет для нас так же важно, как для Земли доходящий свет солнца. И вот мы с вами сегодня, мне хочется с вами поговорить на тему о Ленине-человеке. Он общался с людьми. Причем, если вы посмотрите воспоминания о нем, все отмечают необыкновенную чуткость Ленина, необыкновенную красоту общения, счастье общения. И вот давайте мы с вами посмотрим фотографии. Фотографий, к сожалению, осталось очень немного. Вы знаете, что как только началась революционная деятельность Ленина, началась эмиграция, это считанные фотографии остались для нас с вами. Ни Ленин, ни его друзья не фотографировались. И основное, вот есть два тома. Институт марксизма-ленинизма издал два таких прекрасных тома. Ленин в кинокадрах и Ленин в фотографиях. И я хочу вам показать фотографии Владимира Ильича с родными, с близкими. Ну, мне, например, очень нравится первая его фотография. Это известная вам фотография Ленин с Олей. Здесь ему 4 года, Олечке немножко больше 2. Но сама по себе прелестная фотография, два очаровательных ребенка. И так они ласково друг к другу прижались. Вот затем уже сразу мы переходим, есть еще единственная фотография Ленина с друзьями, это сделано, вы знаете, после того, как их выпустили перед отправкой в ссылку, вот Ленин и руководящие члены Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Все они молоды, впереди еще так много, но мы знаем, что уйдет из жизни Ванеев, тяжело заболеет Запорожец, Мартов. Мартов, который был другом Ленина, станет его злейшим идейным противником. А вот Глеб Максимилианович Крыжановский пройдет с ним долгие-долгие годы жизни, друг. Или вот прекрасная фотография на Капри. Вы видите, какая разница между годами. Там 97-й год и сразу больше 10 лет, 908-й год уже. Ленин играет в шахматы. Горький, жена Богданова. Великолепное небо, Капри, Италия. Ленин среди друзей. Но это любительские фотографии. Хочу обратить ваше внимание, уже сразу мы перебрасываемся, это первый конгресс Коминтерна, 19-й год. Ленин и рядом Фриц Платтен.
Это один из руководителей швейцарских социал-демократов. Нам он дорог по многим причинам. Фриц Платен организовал переезд большевиков через Германию в Россию из Швейцарии. И Фриц Платен в 1917 году прикроет Ленина собой, когда их машину обстреляют в Петрограде. Может быть, мы обязаны Фрицу Платену жизнью Владимира Ильича. Очень хорошая фотография. Ленин с Демьяном Бедным и Панфиловым, делегатом 8-го съезда партии. Демьян Бедный и Ленин. Долгие годы совместной работы, участия. Владимир Ильич мог критиковать Демьяна, но он его и любил. Ленин со Стасовой, еще один друг, большой и долголетний. Вот единственный снимок Ленин в кругу семьи. Это 20-й год. Мы видим Надежда Константиновна, Анна Ильинична, Дмитрий Ильич, Мария Ильинична и приемный воспитанник Анны Ильиничны Лозгачев. Это вот этот снимок и снимок, который сделан был, когда Ленину всего 9 лет было, вся семья Ульянов была в сборе. Вот это все, что мы имеем из семейного альбома. Очень интересный. Ивановна, а вот, значит, мы смотрели много фильмов художественных Ленин в 18-м году, Ленин в октябре. И вот там очень интересно, есть рабочий Васильев, которого постоянно сопровождает. По-настоящему были такие рабочие или... Нет, ну рабочие были прекрасные. И Василий это практически собирательный образ, потому что но большинство черт его присущи Александру Васильевичу Шотману. Шотман помогал Ленину переправляться в Финляндию, Шотман потом возвращал его обратно, с Шотманом они много встречались. Нет, это собирательный образ. А вот здесь, в этих сборниках помещено очень много ценных фотографий, редких. А где сейчас хранятся подлинники? Все подлинники хранятся в Институте марксизма-ленинизма. Даже вот Мария Ильинична, мы, кстати сказать, тоже здесь нашли немало. Она снимала ведь сама, она научилась специально в 22-м году фотографировать. И последние снимки 22-го, 23-го года сделаны сестрой Ленина. И мы нашли кодек, который она снимала, которым она снимала несколько пленок. Вообще, Марии Ильиничне мы с вами должны быть очень благодарны. А мы еще фотографировали Ленина, известные эти люди? Ну, в принципе, если есть хорошие фотографии, вот, скажем, портретные, он снимался иногда и у официальных фотографов, которые вот... Но больше всех снимков сделал Петр Адольфович Оцуп. Оцуп был очень интересным человеком, и я должна вам тоже сказать, что мы должны его поблагодарить. Он очень хорошо понимал свой долг. Он приходил и снимал Ленина. Очень тяжело было фотографироваться, поэтому Владимир Ильич всегда отказывался. И вот мы знаем целую серию прекрасных снимков 18-го года, 22-го года, но самые хорошие сделаны не тогда, когда Ленин, ну, в какой-то степени позирует Оцупу, а Оцуп говорит: я увидел, что Владимир Ильич пришел, вы пришли снимать, пожалуйста, товарищ, долго вам, много вам времени на это надо? Он говорит, что, ну, время есть, надо приготовить там пленку. Он говорит, ну я пока буду читать. И вот Владимир Ильич углубился в чтение газеты. Оцуп говорит, я подстерег момент и быстренько вставил пластинку и сфотографировал. Владимир Ильич услышал щелчок аппарата, что уже готово. Но вот если вы видели, прекрасный снимок есть. Владимир Ильич сидит, склонившись над газетой. Он читает. И мы видим, да, известный снимок такой хороший. Ну вот он перед вами, Владимир Ильич склонился, так удачно свет падает, прекрасная фотография. Оцуп вот один из известных фотографов, который делал эти снимки. Людмила Ивановна, а может быть в личных архивах или у кого-нибудь дома, может быть как-нибудь остались еще фотографии Ленина? Ну вообще это маловероятно. Потому что в 24-м году ЦК обратился с призывом ко всем, кто знал Ленина, кто общался с ним, отдать в архив и документы, и письма, записки, в том числе фотографии. Искали и у фотографов, но, конечно, не исключена возможность, бывают открытия века. Вообще, ребята, Ленин был человеком очень скромным, и он очень редко попадал и на кинопленку, и на фотопластинки. Мы с вами продолжим беседу. Пожалуйста, прошу вас. Квартиры, где жил Ленин и его семья.
Надежда Константиновна прожила здесь до последних дней, до февраля 39-го года. И она ничего не хотела менять. Вы видите, стоят старые сундуки. Вот с ними семья путешествовала в эмиграции. Считают, что этот сундучок был еще даже в Шушинском. Иначе проделал весь этот длинный путь для того, чтобы обосноваться здесь. На вешалке висят тросточки, подаренные Ленину, зонтик Анны Ильиничны. А в коридорах каждый, кто приходит в музей, видит великолепную библиотеку. Правда, эта библиотека, 20 тысяч книг и почти 10 тысяч журналов, собрана уже Надеждой Константиновной, Марией Ильиничной, библиотеку Ленина, мы с вами уже видели. Ну, а сейчас мы пройдем в кухню, так как наша с вами беседа будет там продолжаться. Квартиры, которую занимали Ульяновы. Семья Ульяновых – это явление особое. И она начиналась там, в Симбирске, в детстве, вот Владимира Ильича. Тот характер Ленина, его взаимоотношения с людьми, его отношение к родным родилось там, в семье, в далеком Симбирске. Вот вы видите, ну какая здесь простая кухня. Как часто мы обставляем свою жизнь совершенно ненужными нам вещами. Гордимся тем, без чего могли бы совершенно свободно обойтись и без чего свободно обходились Ульяновы. Вот я вам покажу сейчас шкаф. Ну, не сервант, как видите, не горка, не буфет какой-то, обыкновенный канцелярский шкаф, который приспособили под посудный. И вот посуда. Саша, пожалуйста, придержи такой, чтобы всем было удобно. Здесь никаких сервизов нет, чашки все разные, и даже 6 одинаковых тарелок вы здесь не сосчитаете. Хотя здесь есть все необходимое. Это то, чем мы, в общем-то, постоянно пользовались. Я хочу, ребята, сказать о чем? О самом стиле жизни. Вот кухня. Это, конечно, в общем-то, не место для того, чтобы собираться, но все-таки к завтраку старались быть вместе. К ужину тоже старались быть вместе, хотя Владимир Ильич иногда работал до 2 часов ночи, все-таки вот какой-то перерывчик для того, чтобы вместе с Надеждой Константиновной и Марией Ильиничной поужинать, он находил. Вот сидит Владимир Ильич, Надежда Константиновна, Мария Ильинична, семья. О чем они говорят? Они говорят о чем-то прекрасном, они говорят о своей работе, о тех новостях, которые произошли, но они единая ячейка. Вот, может быть, после того, как он посмеялся над рассказом Надежды Константиновны, она, кстати, обладала большим актерским даром, и если что-то рассказывала, то в лицах. И они с Марией Ильиничной смеялись до слез. Вот он шел на работу по коридору, по которому мы с вами только что прошли, и у него было тепло и хорошо на душе. Кстати сказать, Ульяновы вообще были очень внимательны друг к другу, очень заботливы. Это тоже ведь как традиция, это родилось там вот в раннем детстве. Например, Владимир Ильич на последние деньги мог купить Надежде Константиновне шоколадку с орехами в Швейцарии, потому что она любила. Она говорит, я была сладкоежкой. Вот о прекрасном Париже Крупская вспоминала с ужасом. Она говорила, я торговала за каждый сантим. В Шушинском, кстати сказать, она управлялась даже с русской сплитой. Нам с вами уже с этим не управиться. Она бы первое время могла и опрокинуть горшок со щами, потому что ухватом надо было, все-таки она была горожанка, ухватом надо было действовать. А в эмиграции, она говорит, я научилась от бедности готовить 12 сортов яичницы. Ну вот когда наша беседа с вами кончится, вы пойдете домой и попытайтесь сосчитать вот эти 12 сортов. У нас, например, у женщин фантазии не хватает. Ну, с сыром, с помидорами, с ветчиной, ну, с жареным хлебом, ну, с салом. Дальше вот я не могу, ну, с петрушкой, ну, с чем еще. А она умела готовить 12 сортов яичницы. Гостей у семьи Ульяновых здесь принимала? Нет, конечно. Конечно, нет. Гостей принимали, как и полагается, в столовой. Вот давайте мы туда и пройдем. Пожалуйста, прошу. Проходите, ребята, размещайтесь. Нас не
всем должно быть удобно. Хотя, в принципе, я думаю, вы обратили внимание, что столовая – самая маленькая комната в квартире Владимира Ильича. Однако столовая, видите, очень уютная. Все необходимое здесь есть. Единственным украшением столовой служит эта прелестная жердиньерка, подарок Владимиру Ильичу в день 50-летия от наркомзема. И цветы, аспарагусы также стояли при Владимире Ильиче. Как пишет Надежда Константиновна, он не любил экзотических растений в комнатах, он предпочитал полевые цветы или просто зелень. Вот так это здесь и стоит. В этой столовой у Владимира Ильича бывали Горький, Серафимович, Крыжановский, Свердлов, Дзержинский, Клара Цеткин, то есть те, с кем ему хотелось побеседовать в теплой дружеской атмосфере. Гостей принимали так же, как жили сами. Глеб Максимилианович рассказывал мне такой эпизод. Однажды пришел к Владимиру Ильичу в гости. Посидели, поговорили. Потом Ильич сказал: «Знаете, сейчас я вас буду поить чаем». Посадил Крыжановского в столовой, поставил на стол посуду, но когда открыл сахарницу, оказалось, что там только один кусок сахара. Он смутился, расколол сахар очень мелко и почти весь положил в стакан Крыжановскому. Себе малюсенький осколочек. На вопрос Крыжановского, зачем он это делает, рассмеялся и сказал: «Батенька, вы гость. Гостю лучшее место и лучший кусок. А на меня не обращайте внимания, я не люблю сладкого». А в каком году это было? Ну, это было в 18-м году, голодный год был. Но дело-то ведь не в этом. Ленин пригласил друга. Им было что вспомнить, о чем поговорить. Но друзья бывали здесь не так уж и часто, потому что Владимир Ильич работал очень много. Но мне очень нравится воспоминание старого друга еще с времен ссылки Лепешинского. Они были завзятыми шахматистами. Я думаю, вы знаете, что Ленин ведь прекрасно играл в шахматы. Причем он играл по переписке, он мог, так сказать, обыграть кого угодно. И он говорит, что мы очень любили. В Шушинском, собравшись вместе, встречали Новый год в Минусинске, играли в шахматы напропалую, все. Людмила Ивановна, да. Извините, пожалуйста, а почему вот здесь, в квартире Ленина, мы не в тех? Вот, правильный твой вопрос, совершенно по существу, это я сейчас скажу. Так вот, Лепешинский говорит, что Ленин играл очень серьезно, очень вдумчиво. И иногда вводил нас в заблуждение. Как-то против него собрались трое. Крыжановский, Старков, Лепешинский. И мы хоть советовались, он разрешил нам советоваться, значит, между собой. И мы загнали его в угол. Мы торжествуем, и мы ведь не замечаем, как наш противник, опустив свой великолепный большой лоб, серьезно очень смотрит на доску, делает какой-то очередной ход. У нас еще веселье продолжается, но после третьего хода следует шах и мат. Мы понимаем, что мы разбиты, потому что пока мы веселились, он сосредоточился и нашел щелочку, которая, так сказать, оказалась слабостью в их позиции. И вот они встретились в 18-м году, беседовали, разговаривали, вспоминали прошлое. И я сказала Ильичу: «А что, Ильич, не сразится ли нам в шахматы?» «Боже мой», — пишет Лепешинский, — «как он рассмеялся!» Рассмеялся, и в его глазах стояло вот это воспоминание, воспоминание о прошлом. А потом с грустью сказал: «Да нет, дорогой Пантелеймон Николаевич, не могу, не могу. Для игры это слишком серьезно, а для дела это для меня слишком тяжело. И вот поэтому шахмат здесь нет. После революции Владимир Ильич в шахматы не играл. Нет у нас таких данных. Но вот, понимаете, это просто потому, что он не мог взвалить на себя лишнее напряжение. Ленин и люди – это тема очень такая трепетная, очень серьезная. Клара Цеткин – большой друг Ленина. И я хочу вам рассказать воспоминания, которые у нас редко как-то… Мы редко об этом говорим. Фриц Геккерт, замечательный немецкий коммунист, рассказывает, как на третьем конгрессе Коминтерна среди немецкой делегации возник большой спор о том, как надо вести борьбу революционную. Геккерт выступал против Клары, Клара била Геккерта, потому что они вели неверную политику в Германии. Ленин был на стороне Клары. И вот после всех этих грандиозных баталий, в которых принимали участие самые различные делегации, когда буквально искры летели, вопрос о методах революционной борьбы. А у Клары 65 лет. Надо как-то ее приветствовать. Старейшая немецкая революционерка,
достали прекрасный букет роз. И жребий вручить его Кларе выпал Фрицу Геккерту. Он говорил, я отказывался, я приводил самые различные доводы. Но Владимир Ильич, вручая букет, сказал, дорогой Фриц, выведи в Германии неправильную политику. Клара указала вам на это. Возможно, на это можно злиться. Возможно, что не все ее выражения были уместны. Но и вы жестоко выступили против Клары. Теперь загладьте это букетом роз. Геккерт говорит, я вручил ей розы, сказал приличествующие случаю слова. Клара тоже поблагодарила меня, принимая эти розы, но при этом смотрела на меня так, как будто проглотить хотела. Когда я вернулся, Владимир Ильич шутя сказал, ну вот видите, все отлично сошло. И мы говорили уже однажды, как Галахер, через много лет посетив наш музей, вот так вот стоя здесь в столовой, сказал, вот здесь и завершилось лечение моей детской болезни левизны. Потому что на Конгрессе Ленин не смог его убедить. Вот представьте себе, не смог, хотя все видели его правоту. А вот здесь вот, сидя за этим столом, он ему сумел доказать, что Галахин не прав. Понимаете как, это чисто человеческий. Ведь недаром люди так стремятся к человеческому общению. Потому что именно в общении создается культура, создается общие теории, идеи зарождаются какие-то, и лечатся детские болезни. Людмила Ивановна, а были ли у Ленина такие друзья, которые прошли с ним весь путь, вот, ну, от начала до конца? Или вот, например, вот отношения между Плехановым тоже вот интересно. Он же ведь сначала некоторое время любил его как человека, но политически они же ведь разошлись поподробнее. Ну, это очень хороший вопрос. И вместе с тем очень тяжелый вопрос. И для Владимира Ильича был очень тяжелым, потому что он действительно любил Плеханова. И Плеханов ведь это гигант, это первый русский марксист, это человек, который столько сделал для развития революционного движения. И вот после второго съезда Георгий Валентинович постепенно стал отходить от большевистских позиций, перешел на меньшевистские позиции, затем оборончество, отрицание первой русской революции. Это было трагедией для Владимира Ильича. Вы знаете, как Крупская пишет о втором съезде партии? Перед последним заседанием просидели с Ильичом и всю ночь продрожали. Неужели раскол? А сам Плеханов переживал разрыв? Несомненно, конечно. Первое время, вы понимаете, ведь мы с вами судим по сделанному, по этапам, по итогам. А ведь первое время Плеханов, может быть, сначала недооценивал большевизма. Потом он, может быть, понял в какой-то степени свои ошибки, но не мог переломить себя. Он не мог не видеть, что тот молодой марксист, который впервые к нему приехал еще в 1895 году, что этот марксист растет в крупную политическую фигуру, в лидера. Но политическая борьба разделила их тоже навсегда. Но есть люди, которые перешагнули через это. Например, Анатолий Васильевич Луначарский. Он бывал здесь, и Надежда Константиновна говорит, присутствовал Луначарского, Ленин светлел. Они как будто заряжали друг друга, беседа шла, они перебивали друг друга, они говорили об искусстве, говорили о новом, что шло в этом искусстве, о процессах, творившихся в нашей стране. И, понимаете, искры выбивались. И такие люди, как, скажем, Красиков, там Шотман, очень многие делегаты второго съезда партии остались мужественными, Стасова, недаром ее называли абсолют. Она была человеком кристальной чистоты, вот это как монолит. Она, раз вступив на путь вот этой революционной борьбы, став большевичкой, она не колебалась. И мне очень нравится эта женщина, она действительно была очень преданной Ленину. Я хочу вам сказать, что мы должны учиться у Ленина с азов, с кажущихся мелочей, потому что в жизни человека мелочей не бывает. Вот сегодня ты сделал какое-то доброе дело своему товарищу. Это зачтется, потому что это сердечное движение. Вот сегодня ты не уступил человеку, который не прав, был принципиален. Это тоже ленинская черта. Крупская сказала, понять Ленина как человека, это значит понять человека социалистического завтра. Она придавала этому колоссальное значение, его отношение к людям, к труду, к деятельности, к будущему, к нам с вами.
Это то, чему мы должны учиться у Владимира Ильича. Мы можем, во-первых, прочесть его труды. Мы можем прочесть воспоминания о нем. Мы можем посмотреть фотографии. Мы можем побывать вот в этом святом месте. Я не боюсь такого слова, потому что здесь каждая вещица, она связана с жизнью великого Ленина. Это помогает нам стать людьми, стать такими, какими, наверное, он хотел нас видеть. Ведь я уверяю вас, что он не раз думал о том, какими мы будем. Потому что он жил и работал ради нас. Не ради вот сиюминутного успеха, а ради нас с вами. И этому тоже надо учиться у Ленина.